Добрый день, дорогие друзья. Буду делать икру кабачковую. Еще раз пробовать. Так, я вот начистила кабачков. Тут три, ну, чуть побольше 3 килограмм. Там на 100 грамм, может, больше. Вместо томатной пасты я возьму помидоры. Томатной пасты надо 250 грамм. Я помидор полкило возьму. Растительное масло грамм так 100. Сахар 300 грамм, ну, стакан, сколько он тут, 300 грамм чеснока. Тут у меня 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 головок. 2 столовые ложки соли и 1/2 столовой ложки красной паприки. И 9% уксуса. Возьму 2 столовые ложки. И майонеза я еще 250 грамм возьму. Сейчас я перекручу на мясорубке кабачки, помидоры, чеснок. Все это переложу в кастрюлю. Добавлю вот эти все ингредиенты, кроме уксуса. Уксус положу в конце готовки. И буду тушить. Минут так 30-40. Приступаем крутить ингредиенты. Так, вот я кабачки перекрутила. Сюда положила соль, сахар, майонез, красный перец, масло растительное. Майонез сказала. И за место томатной пасты я добавляю сюда помидоры крученные. Сейчас я это все поставлю на огонь и буду тушить минут 40 до готовности кабачков. Потом разолью по баночкам. И надеюсь, получится очень вкусная икра. Я первый раз по такому рецепту делаю. До этого я делала. У меня почему-то они долго не стояли. Еще в конце варки я добавлю сюда еще уксус 9%. В общем, ставим на огонь. Вот эту вот красоту. И тушим. Вот я столько времени... Сколько времени? Ну, час я варила. Такая вот у меня масса получилась. И туда я положила еще уксуса в конце. Сейчас я это все разолью по баночкам. И посмотрим, сколько получится. Ну, в принципе, смотреть, ну что. Кастрюля 6-литровая. Я так могу сказать, сколько получилось. 6 литров. Сейчас разложу по баночкам, покажу готовый результат. Раскладываю. В общем, вот такой результат у меня. 2, 4, 6. 6 баночек пол-литровых, одна 700-граммовая, одна тоже 500-граммовая, значит 7. Баночек полулитровых, одна 700-граммовая. И вот такая чашечка. В общем, вот такая и корочка получилась. Всем пока-пока. Заходите на канал, ставьте лайки. До скорых встреч, до новых видео.